basıncı bir kart var. Поехали за оружием. Буду. Какого хрена это парень Пака? На чем едем? На джипе, я вот тут стою. Где? На дороге. Я в нем сижу, на мне, на мне. Как кто-нибудь бандит будет по ней стучать? При таком-то бабле картель мог бы делать медали покрасивее. Я просто думаю, что на самом деле... Тут такие тут зимние горы. Мы с НАТО не сможем пройти по стелсу ни одну миссию. Да, нормально. А ему и не надо. Тут ему никого нету. Ему стреляю, чуваку пофиг. Фига, в туннеле, кстати. Сераф, стоп, Сераф один. Где Сераф? Не надо, да я вот сам приду к вам, я оружие беру. Так оружие мы у тебя подождем. Мы стоим внизу, тебя ждем. Одновременно все равно туда поедем. Как бы это, сервис, пиздец. А, тут что-то стреляет в меня. О! Все-таки этот, лампы можно вырубать, слышите? По лампам можно стрелять. Ну охуеть. То есть заметность уменьшается, значит. А раньше сел. Нельзя было, то есть закрытки не было, поэтому закрытой нельзя было. О, 2 километра. Да, да тут приклад. В туннеле. В горах. Да там дальше еще снайперская винтовка. То есть идем по кругу, как бы. Потом, кстати, нужно пересесть на вертолет. На вертолет быстрее бы долетели бы. Не знаю, мы с тобой обычно разбиваемся. Знаешь, ну, здесь да. Не было ракет. Ты направо поверни и по горам поехали. А, не получится. Тут в любом случае сюда а нет дороги. А что случилось-то? Над, что случилось? Ты кого задавил? Кого? Я никого не задавил. Ой, Над. Александр. Я зашел просто в карту посмотреть, куда мы едем. Тут в любом случае нет дороги. Тут железнодорожное это полотно. Да, нужно в любом случае как-то забираться. Вообще еду по прибору ночного видения вообще. Да выключи тут без него все время. Ну, как бы, мне лучше ехать с прибором. А на бэтере мы так не проехали бы. Ну, может, не на бэтере? Сюда бы еще тигра бы добавили, матом его. Я думаю, УАЗик, любой внедорожник сейчас завидует нам от таких возможностей да. Передвижения. А, ты что, все улетел, что ли? Я там вешу. А, просто здесь. О, а что здесь за фигня-то? Вообще ни врагов, ни хера. Пипец вообще, что происходит? Ух, ё-моё, где оказался? В смысле? Да я тут оружие настраивал. Включил камеру, а тут пустыня. Это плотва и везде на снег. Блин, я думал, война будет. Вижу оружейный ящик. Тут мертвяк. Подойдет к моим ботинкам. О, автоматов, складной приклад. Ну-ка. Как раз под штурмовой, не? Кто, блядь, взорвал машину? Чё? Над. А я не взорвал машину, ты чё? Она сама, да? Машина целая, ты чё? Подо что там, пистолет-пулемет или... А чё дали-то? Чё это мы взяли, тебе скажи? Приклад для автомата. Для какого? Садимся для любого в машину. Этого. Господа, такси ждет. Да подожди. А как ты... Где ты взорвал? Стой. Ничего, садись, я просто нуру пустил. Я настраивать. А вот теперь смотрим, что там. А тут недалеко, кстати. Нет, не ко всему. Может быть, к пулемету? Да. К автомату. Написано да автомат. Какому автомату? Я не знаю, там было написано автомат. Я тоже не вижу деталей, чтобы у меня был. А, все, к пулемету. Ну вот. Нет, не к пулемету. Да блин. Всё, может, пистолет к пулемету?
Блин, ну это прям совсем в горах, вы сюда не проедете. Я отвечаю, сюда даже пешком нельзя забраться, тут просто выступ. Садись рядом с нами, сейчас будешь нас туда доставлять. Над, лети сюда, или пошлите пешком, 400 метров всего. Ну здесь реально чисто на горе. Ну хорошо. Сейчас я подниму. Я могу сам. Шутка про дикие ебеня, да. Да я так и не нашел, почему этот приклад. О, чувак, ты, кстати, Саммер, сел в машину, свет зажег. Так, что-то я уже все практически оружие перебрал. Не, прикольно вот так вот в горах летать на вертолете. Пускать нары во все стороны. Не нашел. Что мы взяли? А, это как для каких-то вещей, для других. А, мы за автоматом едем, да? Да. А я сейчас смотрю, еще для какого, да? Я ни для кого не вижу. Я тоже все уже понимаю. А что появилось? Приклад появился, да? Ну-ка, пистолеты могут быть. Слушай, на P90 что-то появилось, вроде как. Нет, на P90 написано. Жан, там написано, что в деталях новое. Это полиметный... Это прицел. Бля, а там было что-то, этот, приклад такой. Подствольное крепление есть. Ладно, хрен с ним, раз на что не налазит, то хрен бы с ним. Можно винтовки снайперской? Нет, там что-то, по-моему, на автомат или на пистолет. Нет, на автомат. А вот тут уже есть враг, я вас жду. Нету. Я не нашел. Ой, тут еще вертушка какая-то. Эта вертушка еще и летает. А удара там. А что тебя так заносит с машины? Сюда, кстати, тоже дороги нету такой, точнее она есть, но вы, как я вижу, вы ее уже доехали. Поэтому тут опять по горам надо. О, есть налево. Но он не выйдет. Ну ничего страшного, не любят. Мы же видим, что там по такой причине, что наша машина словила один раз мурсы, а второй раз где-то стрелял в твою машину мурсы. Ну да. Да, это просто чувак. Не противник, под горой сидел. Не, пока не горим. Я в тепловизор вот смотрю, движок пока зеленый. Там все нормально, дым это нормальное явление. Почему взял тормозить? Тормози. Я думаю, мы приехали, потому что дальше там тихо. Мне нравится вот идея. Чуваки, вот они еще что 25 тела выпало, короче. А че, Сераф тоже выпал? Да. Да че ж так? У меня, короче, повисло. А че так много? Сейчас разобьет. Дрон запустил. Небольшую группу целей. Я так посмотрю, здесь какая-то подземка есть. О, там бетер внизу. Ты ближе. Там и вертолет есть этот. Слушайте, они там по ходу дела внутри. Знаете почему? Потому что здесь какая-то шахта. Нету. Здесь шахта. Слушайте, нам шахту нужно. И патроны. Значит, придется с боем идти с большим. Я над оружием, а тут ничего нет, мы на горе вот сидим, да. Так, давайте еще раз, давайте всех смотрим, где какой противник. Пролетим, потом будем заходить защищать. Я противник. Да как нет, у меня вот подсвечивается противник. Ну, там под землей. Да. Вот, а это что? Ну там два-три человека.
Ну это ж не в счет. В смысле два. Вы готовы отработать? Нет. А, я целюсь. А как пометить того, кого целюсь? Да, вот выиграл. Кто без глушителя стреляет? Над. Че, у меня глушитель? Блять, нет у тебя глушителя, поверь. У тебя нет глушителя? У меня есть. Еще где-то один, еще один здание. У контейнера, видишь? О, вертолет. Да, 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 радуйся. Мини-здание. Это тоже на миниганах и на ноксах. Пропустил дрона, смотрю. Нашел. Вон вход шахта. Так, а где этот оружие-то? Внутри, мазафака. Да. Конечно, внутри. Я же сказал, внутри. Самое веселое. Так, подожди, парни, надо вооружение там поменять себе сразу. Заодно. А у меня почему нет? Ничего мне не нужно. Аналогично. Мы тут стесняться не будем. Нет, в сарайчике ресурсы. А, есть патроны? Может, не, давайте сначала по-тихому. Ну, ты уж совсем по-тихому, да? Стелсер. Да, давайте, ну, по-тихому, а когда НАТ полнёт, да, тогда... НАТО просто в жопу нужно послать. А может... Да, надо в жопу послать. Наблюдаю небольшую... У нас постоянно НАТ какие-то все хуйнишки. У него кто-то там заметил, блин. Чёрт, боевик с миниганом. А все ТАР этот поставили, нет? У меня М4, трофейные. Вижу небольшую группу... ТАР у меня вообще давно, как бы. Что вчерашнего дня. Слушайте, давай я запущу дрона, проверю, что там впереди. Шахту? Смотри, ну, что вот этого дрона могут тоже спалить в шахту даже. Я знаю. Пока все, ну хорошо. Вот, видишь? А, у меня шахта отрисовывается по мере моего прохождения в нее. Для меня пока что это просто туннель. Бочки. Не стреляй по ним, ради бога. Цель 5. Цель ликвидирована. Там еще один дальше. Слышали? Расслабьтесь, мы еще живы. А? Давайте зачистим это. Я нашел ящик. Я полностью переодел персонажа в другую. Это зимнюю одежду, бля. Бумажки около меня. Берите. Около меня ящик с оружием. Да. И тут тупик. На, ты зачистил, которую прямо проходить, да? Да. Иди. Сарапа, да. Как тебе пройти, я не понял. А, ну, заходи, берешь, обратно проходишь. Возвращайся к этому. А, МСР-ка здесь, снайперка. Так, ну, Нат, как тебе обратно? Здесь оружейный ящик. Их тут до хрена, а там есть еще что-нибудь, нет? Круто, это мне пригодится. Взяли, отойдите. А, мы с РКУМ брали, кстати. Она хорошая. В смысле брали? У этих, ну в смысле... Да, трофейный, парней. Да. Это я помню, что брали. Хорошая вещица. Ой, тут в туннелях прям очень много. О, нас. Твою мать! Чё, нас? Да не, громко стало. Я не знаю. Вышел на тропу войны. Это не я. Это не я. Они вот сейчас только на меня бегут, это кто-то из вас стрелял. Это не ясно, это не ясно, это по мне стреляли, блядь. Видишь? Ты что, все, взял в руки пулемет, что ли? Ну, а чего? А ты не слышишь? Там, по-моему, вообще геноцид начался. Блять, Нат, ёб твою дивизию. Чё тебе не нравится все время? Ты меня чуть не угробил этим ящиком. Ну, это уже твои проблемы. Да свои, блядь. Ага, это ты, блин, я вам отна. Вот здесь. В бункере. Цель ликвидирована. Там есть что интересное? Пойду, короче, документы возьму. Все документы взяли? Я взял. Ну
Ну, я мальчик. Хотел вручную выбить. Я целый. Так, что у нас еще есть? Куда? Ну, еще а вот эти парни, которые на северо-востоке от нас, как к ним подобраться? А это другой, это городок. Похоже, эти убийцы хотят, чтобы им врезали. Они на чеку. А вы уже все? Там тупик? Здесь что, типа шаг? А там что за чувак повешен? Ой, у меня тут, блядь, тут два чувака резнулись на мне. Я бегу, бегу. Где я бегу? Где вертушку, что ли? Где лежу? Где лежу? Внутри. На, сразу выходишь направо. Александр, да, направо, направо. Смотри, чуваки убегают по туннелю. Идите меня, поднимите. Цель уничтожена. О, сюда вниз можно спускаться, слышите? Здесь еще вниз есть. Где? Давайте быстрее. 7, 6, 5, 2, 1, 0. Да там можно после этого вылететь. Нет, все. Подойдите. Там можно. Смотрите, вниз есть тут. Вертушка, ложись. Давайте. А что мы вообще здесь ищем, честно говоря? Не знаю, просто интересно. Тут просто прикольно. Вдруг тут эти, как в Фоллауте. Как рептилии. Обратите внимание, там чуваки висячие есть. Ну, где-то нас должно испугать. О, о, тут много, ну немного. Они на чеку. Сейчас проверю дрона. Там, кстати, огневая точка, имейте в виду, что у него там цель. Сюда летит вертолет. А, черт. Цель уничтожена. Чувак у меня скверно стоит. Прицел бы еще на печенега. О-моё. Кто меня ушлепнул? Так, неужели это меня ушлепнул? Нет. Меня тоже чуть не шлепнули. Сзади. Ой, блин! Тут чувак сел за это. Плохо, да, не тоже. Всех. Ну тут мне жали все. Реально, чувак сел в этот. Я начал лекать, пока я лекал, он меня убил. За пулемет. Че, будем доходить до конца, нет? Да давай. А смысл? Там ничего нет. А ты уверен, что там, может быть, там что-нибудь есть в конце? Ну не просто так же там дохера этих чуваков. Я думаю, это сюжетная бункер. Само по себе интересно. Мы можем еще туда сходить. Ну не, ну ладно, давайте другую там. Еще что у нас можно еще подобрать? Если сейчас мы пройдем, мы упремся в тупик, полезем туда в конце. Ну в любом случае, ко входу этой шахты надо дойти, типа, ради БТРчика и вертолета. А, ну если только так. Да не, вон недалеко. А, там еще, кстати, противник какой-то. А, нет, это они внизу. Это здоровье. Полетели на вертолете, а? Все. Зачем сейчас мне? БТР. БТР клевый. Нет, это понятно. А вертолет ты, кстати, с миниганами. В прошлый раз нас сбили ракета. Слушайте, опять перезагрузилась, меня да? Не сбивала ракета. Я от ракеты всегда тактикульно ухожу. Этот готов. Пробовать новую винтовку. Там где-то да, слева. Ну, винтовки урон больше, обалдеть. У какой? У которого МСР. А, последнюю, которую забрали? Да. У нее офигенская, это, единственная прицел бы еще, такой же, как какой мы находили. Где-то еще есть. Ну, смотри, у нее хороший урон, но с маленькой пробиваемостью. О, давайте на вертолет с миниганами. Все, вперед. Давайте, садимся. Вот тут вот еще добро. Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать. Я все принимал там, сарайчики. А, это ящик. А я нет. Ой, а он с Нурсами, что ли? Да, с Нурсами, смотри. Да не надо смотреть. О, кто-то впалил нас. Кто нас здесь спалил? Или спалил?
Да, кстати. Давайте быстрее, я тут могу убить. Я на броне. Не ну. Ты на броне хочешь? Я на броне. Держитесь, я поведу. Никто не хочет к нему в башню сесть? Куда? В башню? Да, да, к нему. Давайте, давайте уже, сваливаем. Так, что я? А, о! Кто, кто по нам стреляет? Меня там стреляют. Пока вы там думали. Цель уничтожена. Метку ставьте, пока не буду свободен. Надо разработать. Тандер, левый борт. Она все. Я же тебя тоже живу, а он же выбирает. Ты есть задание. Окей, летим. Куда? Он налево. А, нет, далеко, кстати. Там враг есть. А, знаете ли что это основной приклад? Это основной приклад, блядь, МП-5. Да нет, был такой. Нет, он у меня он уже стоит. Он был... Складное ложе? У меня он был уже... Был для этого правильный. Это сейчас другая вещь. Что, у вас здесь посадка? Нет, я сейчас... Давай. Ок, спасибо. Не, было точно? Был, 100%, потому что вот когда мы... Короче, был. Потому что я помню, его ставил специально. Это... Мы сараф не будем? Я а, уже здесь. Нет. Пускай было. А что он сделал? Так, взорвать, а, отлично. Рядом с полигоном. А вот двое парней. На башне, на башне чего? Привет, козлы, они атакуют. Парни, зачем по дверям? Теперь нужно внутрь заходить и зачищать. Да, это выстрелит, чувак. Он либо может убьется вообще. Я тут абсолютно ни при чем. Да ладно, кто тебе поверит? Я знаю, кто это взорвался. Конечно, я крайне. Ну ты же будто. Прикрой, кто там в здании со мной? Прикройте. А ты где, на каком даже? На втором. Слева два. Блять. А кто на первом был? Я. Блять, да ёбаный брод нахуй! Кто опять открыл? Нахуя мы взорвали дверь, когда никто не готов был к этому, блять. Поднимай, поднимай! Давай быстрее поднимай нас. Я пытаюсь. Поднял же, нет? Что так медленно надо? Последний, кто поднял. Сейчас беги, компу беги быстрее. Беги компу, второй, кто поднял, поднимает остальные. Да взрывайте там все, забейте на нас, вы че? А на каком этаже комната? Лестница. Блядь. Забейте на втором, все, сюжет. На втором. Взламываю, прикрывайте, там на втором этаже. Все, взламываю, взламываю. Все. Зачищаем. Вот теперь же можно поднимать. Кто стреляет? А, вон. Черт, почти! Давайте, может быть, без самодеятельности, а? Предупредил, говорю, что там зачистка здания. Как выйти теперь из здания? Всем похуй вообще. Блять, а как обратно выйти? Ну, первый этаж. Лист коки. Симпатично. Блять, я на первом... А, вообще нашел. Тут вон... Там звездочка, звездочка. Да. Где она, на первом? Но она на нет, улице. Нет, в палатке. Выходишь из здания направо.
Че, припасы? Припасы все на улице, да? Да, все на улице. Припасы на улице. Осколочная. Получайте, пидоры. Так, где-то патроны. Так, куда полетели? О, полетели на задание. Сюжетное задание. Плюс 3 очка. На севере. Один тут вертолет. Ух, ё, как же тут далеко. Да, ну, на вертушке полетели. Да, наверное, ну, хрен с ней. Она мне, конечно, дорога, но не настолько. Где вертушка твоя, да? Она там, у дороги. А в чем разница между той и этой? На той ты можешь сесть на миниган, на это не можешь. И отдай мне мое место. Ясно, я полечу. Ага. Ната, как ты управляешь вертолетом? Через пробел или через шип? В смысле пробел? Ну как ты управляешь? А что говорит пробел? Ну, ты объясни мне, как вперед, чтобы лететь вот так. Просто брать, зажимать шип. Ну, в смысле, сначала разогнаться, потом просто шип зажать и уйти. А там уже просто корректировать высоту. У нас еще есть, треугольный вертолет, который надо опять взорвал, да? Чё? Ну, тот вертолет, который взорвал в Турцах, опять появилось задание. Может быть, в том-то раз летать. Я вам просто, мы же можем быть определить, если мы смотрим с этих Турцах и пишут альбом работать. Ну, в общем-то, можем, но это проблематично. Конечно, блин, у минигана очень ограниченный угол обзора. О, бана, а кто меня палит? Я думаю, нужно высаживаться уже. Да давай, крути мой вертолет. О, дождь пошел, прикольно, в одежде она мокрая. Да. Вот эти снимки. Погоди, конечная. Напоминает это. На. Класс. Все, конечно. Ой, да, что у тебя? Metal Gear. Вот там, кстати, такая фигня была. Где это еще с метро 2033? Если ты про воду и ткань. Про ракета. Пока мы летела. А, это по тебе? Дрон в полете. А вот и третий. Где здесь батарстейк, между прочим? Это пятый. Заведенный или нет? Нет, просто стоит. Я так понимаю, действовать начали, да? Надо быть опять спалился, да? Это они спалились перед НАТОм. На меня выехал фиолетовый фургон, что я могу здесь делать? Блядь! Натно. Чё тебе не нравится? Это хрень уехал по дороге. Ты, кстати, был около меня. Что-то
Я не понимаю прикол-то снайперки, потому что у нее как бы урон такой же, а она все на ваншоте, да? И поэтому она все не пробивает. Враг убит. Так, вертолета нет. Да, кажется, вертолет тут взорвал. Миномет или нет? Миномет на стрел. Нет, это я. Молодец. Это что ж такое? Кто такой вырос не расстрелял? А где, откуда? Не знаю, откуда-то, я не заметил. Ну подыми меня уже. А вдруг меня тоже убьет? Он убежал уже. Что, не стал? Надо кнопку держать. Враг уничтожен. Интересно, картель много вроде таких раздает? А выскивайте аванпост. Куда-нибудь пока ничего там не нашел. Вижу лэптоп. Вроде бы он в сети. Посмотрим, что там есть. Очки на втором этаже здания. Загружаю и сразу отправляю. Нет, да. Ждите. Боуман, что? Это Намат. Отправляю тебе журналы сообщений из центра связи картеля в Монтойоке. Там может быть имя этого старшего инструктора. Получаю. Ждите. Амблом. Здесь Раз. Нет ничего на этого. Оружие, оружие на первом, ну, патрон на первом этаже. Они отправили поисковые отряды за дезертиром. Один из новобранцев сбежал пару дней назад. Они считают, что он еще где-то там. Как это нам поможет? Если его какое-то время обучали, то он вполне мог столкнуться с нашим инструктором. Думаешь, он знает его имя? Давайте это выясним. Что, пойдем на это сюда, нет? Сюжет. Пойдем на сюжетный или не пойдем? Ну сейчас, сейчас я посмотрю хотя бы. Заняты мы. А, внутри. Там пробочка образовалась. Вертушка есть? Нету. Нету. Ну тут есть джипик с миниганом. Где? И в пробке. Давайте его отработаем. А как выйти из здания? Из этого? Вообще есть еще БТР, и как бы более надо выше инси. Сколько? На западе. На въезде стоит БТР. Да, тут БТР. Может ракеты зачистим, да? Было бы классно. А мы их физически взрываем, они все равно почему-то это срабатывают. Так, вот что-то я пролетел. Я тут на этот наткнулся. Мы поняли. Как они тут сидят? Так, они готовы. Ну чё, уезжаем? Давайте в бетер и погнали. А как он сейчас? Погнали. Упокойся, как убить ПВО? Выстрелить в него, или бы С4 поставить. Выстрелить из этого калибра на винтовку.
Гранату, да, гранату кручнули и все. Погнали. Я в группе. Все, поехали. Окей, здорово. Ой, кажется, это была не фиолетовая. Луната, ты чё? Да я догоню. Поехали. Давай, Нат. Не-не-не, у меня своя машина. Ладно, я поехали. Не такой, как хер я на него. Нам придется по горам не спускаться. Нат. Ой, Нат, чё? Чё, я в машине в бэтере стою, сижу. А чё, у нас водила есть? Да, у вас нет водила. Ты водила. А чё ты всех собираешь? Я не войду. Я стрелок. Я, Нат, покатай меня, а. Большая лошадка. Всё, пошли. Всё. У вас водилы нет. Ну и нормально. Нат, мы призываем тебя. Давай, Нат, жги. Но почему ты не хочешь вести машину? Жги. А потому что я и не хотел изначально вести. Мне не нравится управление бэтера. Ой, вертолёт. Где? Блять, Над, давай поехали так доедем. Там вертолет возьмем. Да вот вертолет, ты чего? А, это мой вертолет, да. Я же на нем. Кстати, в низинке только уходи. А то ПВО отработает. Я же на нем прилетел. О, ты убил меня багажником. Вас, кстати, забрать, нет? Ты вышел в водила или там? Не-не-не. Я доверяю. Да. А что за задание? А, начни какой-то отряд. Смотри, как вертушка. Не-не-не, направо. У нас не спускай. Ниже задание еще. Ниже спускайся. У нас есть задача книга, по половине продукты. Старом, она движется. Давайте это сделаем. Нет, давай. Ты что, разворачиваемся, что происходит? Все, забей. Пересаживайся. Да, что ты хочешь сделать? Там никуда. Я не знаю, что, надо определиться, что делать. На точку едем, точка вон километры. Все, все, срезай. Мы уже тут на быстрый приехали, а все, тормозится. А кто в машине? Забыли вчера, что ли, в бэтере? А кто еще? Все, а пускай мне там по стелсу нужно. По стелсу. Давай. О, давай, бэтер, давай, по стелсу. Стрелок. Хуя, мы незаметно подлетели. Ну вообще никто не спалил. Что делаем, босс? Найдем их главного и захватим. Нужно выяснить, что он знает о дезертире. Вас понял. Машину только самую первую в этот... Вырубайте, слышите? Водитель грохнул. Я не готов, еще не подошел. Не, машину сразу выбить нужно. Что, меня вертолет толкает. Я как профессионал. Что, все готовы? Ну что, где там? Будем я работать, готов. Нет? Нам желтого. Да поглядите, что ж ты панику постоянно поднимаешь, блядь. Ну успокойся, дай спокойно посмотреть, что там вообще. Желтого нельзя? Нельзя желтого убивать, блядь. Его захватить надо. Я короче, атакую этого. Я третьего. Я второго. По машине, если что, отработайте. Я по машине отработаю. Готов? Да. То, все готовы? Да. Работаем. Хитрый гад, за ним. Машину. Я колес прострелил. Машина готова. Захватите его, просто захватите. Еще машина по колесам. Стреляю по колесам. Все. Твою мать. Ты чего? Твою мать, какой кнопочку ты? По привычке нажал, нету. Все нормально. Молодец. Я, а чего вообще завершил? А почему? Да, потому что почему нужно... убили? Это этот миссия, как она называется? Сюжет то, что. А, ну ладно. Сейчас быстренько тебя переведем. Давайте кто-нибудь один по машине будет отрабатывать. По машинам. Я машину с винтовки выбил. Не, машину первую-то мы выбили, он ко второй бежал. Да мы просто я ему вместо того, чтобы может по морде врезать, кто-то ко второй с ноги ломанул. Подкрадется, а? Первую машину без Б. Да я думаю, вообще. Там спалит. Я думаю, как только начнет стрелять, там жизнь не важно, поэтому я возьму пулемет. Да нет, пулемет с пулеметом ты точно. Ты грохнешь кого-нибудь, да. Ну смотри, медалька за нами. Давайте медальку за ним возьмем.
А, пойдем медальку отработать. Там. А, далеко она там? Да фу, вот. По стелсу. Справа машина, слева машина, точнее. Слева, слева, слева транспорт. Какой мы стелс, блядь? А ты показывай, там война опять началась. Вывали в кого-то салить те еще. Тут приехал. Вертушка прилетела. Да ладно. Что, все, всех убили? Да. Блин, такая толпа братанов порвалась сюда. Да тут чуваки зеленые приехали, из-за них это пиздец спишь. Че, как-то мы прошли по стелсу. Может, подожди, дай возьми медальку тоже. А я что-то медальки не вижу. Ясно, я поведу. Значит, ты ее взял. Вертолет. Где там медальки ваши? Да. Знаете что, я сейчас где медаль вообще? А, вон она. Вот здесь, да. Здесь. Вроде не стыдно прицепить на парадную форму. Какой кран под тем же? Ешь с пулеметом? Ой-ой. Ой. Это что было? Всё нормально, всё под контролем. Я не видел этих чуваков. Всё нормально, всё под контролем. Блять, не под контролем. Фу, блядь. Тут еще один чувак. Вижу поисковый отряд картеля. Что делаем, босс? Найдем их главного и захватим. Нужно выяснить, что он знает о дезертире. Вас понял. Это этот бит, как бы. Что, никого не на АВУ? А, тут недалеко. Эй, а что без меня улетели-то, ёпки? Да они все уже там. Так, ребят, только не начинайте стрельбу, пожалуйста. Знаешь, кому-то скажи? На АВУ. Ну что, он уже вертолёт скрылся, ты не сомневайся. Есть что, я готов. Нет, смотри, ты взорвешь я машину. Я готов, я бегу. Я просто говорю. Там у C4 очень большой радиус. Давайте без рычагки, так как-то пулями обойдемся. Там, блядь, не Рэмбо стоят. Да я не это, чтобы ты машина что, для отступления. Выстрели в машину с автомата. Главное, добивай так. Его через Е, а не через Д. Готов. Не готов. Тоже. Ну нет, как, вроде готов. Давай, Алекс. Не готов. Ну что, метка стоит. Четвертая моя метка. Это не номер игрока. Готов. Готов. Раз, два, три. Их лейтенант убегает. А все, он или сел? Вышел. На Е, блядь. Тихо, все чисто, никто не ранен. Отцепись! Машина. Машина другая тоже сейчас взорвется. Поздно, давай сказал. Давай говори, мудила хренов, что за дезертировали. Сейчас машина взорвется. Просто сыкливый говнюк. Надеюсь, я выживу. Бежал из лагеря. Босс говорит, что из него нужно сделать пример остальным. Что там близко было, да? Мы притащим его обратно, и другие рекруты будут рубить его мачете. И где теперь этот говноед? Не знаем точно, но мы его найдем. Другой поисковый отряд вроде бы напал на след. Где этот другой отряд? Говори, может, я тебя отпущу. Скажу, блин. Машина приближается. Нам надо причесать местность, где его заметили. Все, погнали. На борту. Нет, там близко кошки будут.
него справа. Так, парни, сейчас концентрируемся, работаем тихо, потому что нам тогда придется опять туда заехать. Ты сам-то веришь? Да. Всё, садись, садись, блядь, здесь, нахуй. Садись, нахуй. Глушители у всех надеты? Да, да, надеты, блядь. Я всегда с глушителем только выиграю. Да, я всегда с собой беру. Вижу еще один. Мне мама еще давала глушитель, подходите, когда я на фронт шел. Надо напрячь жопу и найти его первыми. Принято. Так, а сейчас нам надо опять кого-то в живую взять? Да, вначале, короче, разведываем, потом все остальное. Да, мой командант, да. Вижу врага. Замечаю. Всего 10 целей. Это еще. Вон, они на скалах стоят. Не вижу, где-то еще один здесь. Да, а где-то вот за снайпер-то. Вижу где его. Где снайпер? Давай, давай. Пометил. Что, всех нашли? Большую группу целей. Стой, они тебя заметят. Давайте я кто-нибудь один обойду с другой стороны. Я просто обхожу. Давай, с противоположной. Ну, где-то. Нар, пожалуйста, не начинай раньше времени. Че, я вообще сижу, смотрю. Хуйня вылазит. Ну, можно вот этого снять, он один стоит. Подожди, подожди, вот видишь, видишь, этот чувак идет, видишь, вот, вот сейчас скажу, вот этот чувак, вот сейчас я помечу его. Блять, нас... Пошли, фиолетовая блядь машина. Цель ликвидирована. Снайпера, блять. Осколочная, получай. Да что там, чувак, блядь? Тут опять чувак нужно догонять его. Слушайте. Блядь, перед этого машина вторая приехала. Вторая перед этого машина приехала. Спокойно, идем. Ну, взял я его, дальше-то что? Он не допрашивается. Достать, достать, из Ютира. Пошли нахуй, отпустите меня! Заткнись. Его надо тащить. Теперь я говорю, а ты слушаешь. За сколько километров? Если понял, машина, ты... с да, пулемета. Пулемета. Машина с пулеметом. Александр. Ну, посадили, чё, как? Хорошо сел. А вот... Ты мой фанат. Я его затащить-то смогу, транспорт? Да. Тогда садись. На одно место садись. И выживи. Так, вылазим. Подождите, сейчас вертушку. А-а-а, меня что-то видит. Машина фиолетовая сюда видит. Фиолетовая. Чуть-чуть подымись. Все, засадил, сваливай. Ну, садитесь-то сами. Все, подъем, подъем, подъем. Готов. И от ПВО уходи. Не возвращайте меня туда! Не на... Возвращайте меня туда! Не надо, пожалуйста! Прошу вас! Говорит, не возвращайте меня туда. Я этого не вынесу! Слышите? Просто не могу! Это походу, ужасно! Это спущу, страшно кто-то вспоминать! Меня заставляли делать такое! Мне дали молоток! И заставили ему дали молоток этого мальчика! Клянусь! Нет, это заставили. Ерунда все. Справа стреляют по нам! Справа, турель, турель! Лети, лети, лети! Это чё, что за... Почему я остановился? У меня тоже я, сюда... Я а, ниже, ниже, ниже! Спускайся, спускайся! Ниже, ниже! Давай, все, останавливайся. Садись, садись, родной. Выходим. Нет, отпустите меня. Миниган, вертушка. Китата киету. Цель уничтожена. Все. Вы хотите сбежать от карты? Опять наша Елена. Я это улажу. Но и мне кое-что нужно. Кто забил? Что вы знаете о начальнике лагеря? Ну, не так, знаю. Ролик. Он гринго. Здоровяк. Глаза ледяные такие. Его боятся привет даже охранники. Привет. Имя есть? Один инструктор называл его Бухарт. Это у них одно и то же помещение. Карл Бухарт? А, да. Ты думаешь, они два раза будут прорисовывать это?
обратно слышал. А то, что здания однотипные в разных местах. Мы с ним пару раз вместе работали. А что у него за усы такие дерьмовые? Идите к своим. Я свяжусь с Лэнгли и выясню все насчет Букхарта. Несложный же. Сложный вопрос. Очень. Как-то не очень. Эмилио назвал имя. Меня, например, Карл Букхарт. Он американец? Если ты тот, о ком я думаю, что, то он из рейнджеров. Да, мы даже одно время... Сценаристы там хотя бы делали сценарий, написанный прекрасно. Ну, это с моей точки зрения. Нормально, я тут скажу. Пустяк. То есть очень-очень хорошо. Я могу пилотировать. Конечно, игры там все прекрасно. Хорошо. У меня кое-что на Карла. Тут машина подъезжает. Видимо, все так, так есть. Так, слушайте, там же полностью машина. В 2003-м он служил в Ираке, в первом батальоне. А куда лететь-то? Задание написано. А вон, может, за 5000? Не, это понятно. Карты. А где еще сюжетное задание? Почему его не видно? Кто-нибудь видит сюжетное задание? Нет. А, вот сейчас скажет. Это сорвет программу подготовки к артели. Подождите, Мила, давайте сейчас она договорит и выполним это задание. Он ролик смотрит. О, чего, полетели чего? В задание выполнять? Сюжетное, последнее на этой карте. Два километра отсюда. Все на месте. Да, на 7 часов. Разворачивайся. Ты, сука, не поднимайся, сейчас по нам ПВО отработает. Ниже, дебили. Сераф тут? Я тебя практически не слышу. Я же говорю, ты меня очень... Слушай, слушай, у нас тут вертушка просто во все орёт. Да, в принципе... Бери, левее, бери. Да, я тут слушаю. Ну, вопрос я тебе писал. Так я же тебе на него ответил. Я в нее не играл. Стоп, стоп, стоп. Давай нас здесь усаживай. А что, далеко же еще? А, 700 метров. И не смотрел. А, это вот тот же самый бункер, ну, да? Ну, минут 5 смотрел у тебя и в стримах. Так, где вы сидите? Самое дело в том, что с каждой миссией там жесткость увеличивается в такой геометрической прогрессии, что... Я даже второй стрим свой удалил, в общем-то, по третьей миссии. Я серьезно говорю. Настолько все сурово? Там... Не выполняется, да? Не-не, все выполняется, просто я механику не могу. То есть, если раньше я брал нахрапом, так сказать, а вот, то потом нахрапом взять, в принципе, возможно, на любой скорость. А это о чем речь? Ну, это когда ты просто через атаку... Не-не, а какой игре? Штурмуешь все остальные точки и всех убиваешь, вот. А в этой игре, в принципе, невозможно на любой лёгкой там... А что за игра? Ой, Сирия, русский Warfare. Штурм. Warfare. Новый Warfare. Syrian Warfare, да. Или Сирия, русский штурм. Кстати, движок вот Sudden Strike взяли. Серьезно? Такой древний? Да, да. Но, кстати, художники, я не знаю, я им в ноги поклонюсь. То, что они на этом движке так нарисовали. И что, в Sudden Strike, который новый, четвертый выходите, это вот такой движок будет? Нет, новый это отдельно. Это старый, вот да? Эту игру сделали на старом движке. Появился один с пистолетами и пулеметами. Нет, то, так. Что новый будет выходить, это понятно. Кто у нас там отстал? Сераф, ты чё? Я не отстал, давай, я там. Подсоединяйся к нам. Боже, короче, здесь вонь как тут. На бойне. Боже, здесь вонь как на бойне. Сначала новобранцев мне вначале герой сказал, о боже, здесь вонь как на бойне. А потом, короче, девка повторила. Иногда это мужчины, наоборот. Иногда женщины, иногда дети. А у меня это нарисовывается только... Да, у меня это туннель. У меня это тоже туннель. Так что ты по поводу этой игры-то? Тебе она понравилась, нет?
Парни, куда? Ксандр, Ксандр, подожди, давай я этим дроном пролечу. Да тут над, все, какой тактикал? Так, ты здесь видел? Видят, стой. Ребята, она... Стоп, Ксандр, вон там еще. Уже доступна мотором там. Покупать не надо. Ну, я в нее играть не буду, это не моего стиля игра. Так, тут приобрел, думал немножко другую. Как бы все. Что? Говори, я наконец-то услышал то, что хотел услышать, говорит, твое мнение по поводу игры. Не, ну, я просто думал, что она более стратегическая. Посмотрел, а так, там с каждой миссией она разворачивается все более. Ну, мне тогда сразу с 10-й миссии, пожалуйста. А ты попробуй до нее доплыть. Вот, поэтому ну ее нафиг. У меня есть другие игры, штук 20, в которых могу поиграть. Хорошо, я... Так, парни, осторожнее, мы здесь в прошлый раз кокнули, так что там три чувака должны по лестнице подниматься. Они вообще передо мной резнули. О, СМГ. На другой СМГ. Печенек. Кому нужен печенек? Где? Все, я запомнил. Внизу, Алекс,